Блогерша. Всем привет! Видит свое лицо и такая... Всем пока! На краю. Ты уже свою кожу рожу намазала? Вообще я намазала. Круто. Щекла. Всем привет! Мы сегодня будем краситься, разбирать Полинину косметичку и смотреть, что у нас тут по продуктам, которые я ей купила, и что у нее уже есть. И из этого будем делать макияж. Мы уже подготовили кожу к макияжу, нанесли тоник, нанесли увлажняющий кремушек. И сейчас будем наносить непосредственно тон. Вскрываю кисти. Может помочь мне опять тоже открывать. Далее вспомогательный наш продукт – это спонж, который вообще намертво запечатан. Еще как они так заклеивают, что вообще фиг откроешь. Итак, как я уже сказала, мы подготовили кожу к макияжу, и сейчас будем наносить тон. Тебе надо его намочить сейчас. Намочи, выжми, чтобы он был влажный, не мокрый и не сухой, чтобы он был влажный. Это важно. Что мы делаем? Выдавливаем сначала немного тона на ладошку. Ты правша или левша? Правша. Правша. Значит, на левую руку будем наливать. Ты же будешь правой рукой наносить. Чуть-чуть буквально тона мы тебе наносим, чтобы просто много сильно не... Молодец! Быстро учишься, все надо показывать. Так в зеркало посмотрелся и подумал, ну какой же молодец. То есть ты берешь, наносишь и вот так вот начинаешь наносить на все лицо. Посмелее. Тыщ, вот так вот, где у тебя кончается твое лицо, немножко оттушевываешь, поняла? Чтобы у тебя не было границ. Ну, по цвету прям я тебе угадала. А я буду наносить тон кисточкой сегодня. Блин, вообще я хочу собрать себе волосы. Розовенькие. Тыц, нормально. Лиза, 22 годика. Все, мы наносим тон. На глазки вот сюда, Полина, тоже наноси остатки. Еще, кстати, мы нанесли бальзам для губ. На губы. Чтобы, когда мы наносили помаду или карандаш, у нас не было куриной попки. Покажи, что у тебя получается. Молодец, хорошо. И вот, да, и вот так вот оттушевывать. Но потом это будет у тебя быстрее получаться, просто сейчас... Тут какой-то у меня еще... Буквально первый раз? Да, первый раз у нас... Тут капля. Нигде больше нет, надеюсь, капля тона. Просто когда ты, да, первый раз делаешь, ты боишься, что что-то пойдет не так, хотя тут мало что может пойти не так. Потом со временем это все будет гораздо быстрее. Консилер я по линии не покупала, потому что, ну, кожа молодая, и там еще ничего замазывать не надо. Прыщей у нас пока нету, слава богу, я надеюсь, не будет. Вот этот CC-крем легкий, он все, в принципе, у нее перекроет. А я, наверное, воспользуюсь консилером, потому что у меня есть некоторые высыпания. Тыц. Ай, в глаз. В глаз себе тыкнула кисточкой. Знаешь, как вообще за спонжиком ухаживать? Нет. Вообще в идеале, видишь, мы его достали, он был чистый. А так перед каждым применением и после каждого применения его нужно мыть мылом либо средством для мытья посуды. То есть ты берешь, например, если это мыло кусковое, мочишь спонж, вот так вот об мыло растираешь, потом вот такими выдавливающими движениями ты вытаскиваешь вот этот тон. И его так 2-3 раза такие махинации повторяешь. Дальше мы переходим к коррекции лица. То есть у тебя это достаточно все просто. Румян, закрой глазик один. Один можешь открыть? Один. Короче, смотри в зеркало. Видишь, у тебя тут запало вот сюда. Пальчиком обязательно, да, потом убираешь. Это все нормально. Смотри, мы берем румяна. Найди румяна вот здесь в пакетике от Инфлюэнс. У меня немножко все будет посложнее. У меня будет сначала кремовая коррекция, потом сухая. Вот, уже что-то у нас тут появилось по подобию скулы. Я немножко выше вот этой ямочки наношу, чтобы был такой лифтинг-эффект. Скулы Анджелины Джоли делаем. Берешь кисточку для румян. Что такое произошло? Набираешь. И стряхиваешь. Видишь, полетело лишнее. Улыбаешься в зеркало. Наносишь. И вот чуть-чуть вверх. По скуле. Чуть-чуть, да, 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 да. Так растушевываешь. Ну-ка, посмотри на меня. Да. Дай спонж.
здесь у тебя ты не дотушевала. И вот здесь все по росту волос тоже тут надо. И то же самое с другой стороны. Немножко напятнила, не страшно. Смотри, как это исправит. Вот если ты напятнила, ты берешь спонжиком, смотри в зеркало, тебе показываю. Чуть-чуть вот так потушевала, поняла? Вот здесь нужно чуть-чуть добавить. Ты стряхивала? Да. Молодец. У тебя есть две кисточки. Пушистая, она для растушевки и для вот этих светлых оттенков, хорошо? Вот эти сияшки можно, в принципе, пальчиком наносить, маленькой. То есть, что ты делаешь? Набираешь, точно так же, как мы с тобой румяна брали. Стряхиваешь, видишь, лишний продукт упал. На все веко наносишь вот сюда. Немножко поднимаешься вверх. То есть, ты основной продукт наносишь вот тут сначала, по линии роста ресниц. И потом тушевочно наверх. Этот цвет, он вообще почти незаметен, но нам затонировал веко, видишь? Вот, попробуй сейчас то же самое сделать на втором глазике. То есть тихонечко, аккуратненько, немного продукта набери. Получается? Погоди. Надо еще поярче. Да, можешь еще немножко нанести. Лучше, видишь, немножко, понемножечку наносить. То есть ты там румян много нанесла, и поэтому у тебя пятно получилось. Ничего страшного, так что это, будем учиться. Далее, сухой скульптор. Теперь этой же кисточкой найди самый темный оттенок. Нашла, да? Его нужно немножко набрать. На эту же, да? Да, можно на эту же. То есть в начале макияжа это можно. Потом просто кисточки поднимем с тобой. Ты закрываешь глазик, и вот где у тебя рост ресничек, мы немножечко вот тут вот наносим пигмент от внешнего уголка к внутреннему вот сюда. Ну-ка. Можно еще чуть-чуть набрать. И здесь нам уже понадобится вторая кисточка, чтобы мы растушевывали оттенок, поняла? Чтобы побитые линии. То есть вот мы стушевываем границы, и у нас уже получается градиент. Потом ты открываешь глазик и немножечко, уже не набирая продукта, чуть-чуть вот так выводишь в сторону. Типа по подобию стрелочки. И опять все потушевываешь, но уже внутрь. Попробуй сделать все то же самое на другом глазике. Я, если что, помогу. Кто-нибудь, заберите мои волосы. Так, хорошо. Немножечко теперь нужно тебе вот этот момент поднять наверх, поняла? И берешь теперь пушистую кисточку и внутрь растушевываешь. А бывает еще, знаешь, поставишь, если пятно, то берешь светлый оттенок и добавляешь, да, и тем самым ты растушевываешь. Кажется, давай еще чуть-чуть. Да, сейчас я тебе немножко помогу. Просто будешь потом пробовать добавлять. Очень хорошая пигментация у этих теней. То есть прям классно получается. Теперь вот все-таки мы возьмем с тобой вот этот оттеночек посветлее, чтобы у нас с тобой граница была помягче. И вот сюда вот так чуть-чуть добавим. Большой, да, кисточка? Да, большой пушистая кисточка, светлые оттенки. Просто потом в будущем побольше кисточек тебе купим. Мы с тобой будем это еще пробовать, и ты потом в конце концов сама этот все макияж повторишь, а потом уже будем новое учиться делать. Ну, вот как-то вот так, немножко поярче у нас глазки. Смотри, давай еще немножко добавим на нижнее веко, хорошо? Чуть-чуть прям. Точно так же маленькая кисточка берем. Вот сюда чуть-чуть, буквально раз. Жива? Чуть-чуть. И опять потушевываешь все. Как, посмотри, вот. Чуть-чуть, видишь, уже поярче стало. На, попробуй то же самое внизу, на другом глазике. Чуть-чуть набери оттеночек и стряхни. Конечно, у меня макияж немножко посложнее, но ничего, ты к этому тоже придешь. Я в твои года красилась ужасно. Во-первых, у меня были выщипаны все брови, которые я потом заново рисовала черным или темно-коричневым карандашом. В общем, это был трэш. Если я найду фотки, я все равно вам не покажу. Что такое видеть не надо.
Покажи. Нормально, ничего страшного. Ты не тушевала еще? Попыталась. Смелее вот туда прям. Опа, смотри, видишь? Все. Тени достаточно такие пластичные, мягкие, нормально. Чуть-чуть верх глазки сделай. Чуть-чуть вот так вот. Все. Теперь нужно вскрыть тушь. Кстати, мы не купили тебе гель для бровей. То, в принципе, я могу тебе его оставить, потому что у меня есть другой. То есть смотри, просто вот так вот чук-чук-чук по росту бровей. А потом мы с тобой немножко подрисуем. Где у нас проплешинки? Мы тебе, кстати, брови еще сегодня покрасим. Все, это тоже тебе гель для бровей. Хорошо? Это что, это тоже? Да, это все нужно отклеивать. В общем, я сейчас нанесла жидкие тени от Luxe Visage. Буду тоже себе делать макияж с тенями с такой же палеткой, как у Полины, только другой цвет. Полина уже открыла тушь. Ты тогда крась пока ресницы, а я начну, наверное, делать себе макияж. Такой типа light смоки. Я наношу вот этот оттеночек, то есть такой не самый темный в палетке. Чисто кисточкой растушевываю немножко. Получается такая дымка. Как тебе кисточка? Удобно? Да, удобно. Я Полине взяла кисточку силиконовую. Я уже говорила, по-моему, что я ненавижу ворсовые кисточки. Они делают такие, знаете, паучьи лапки. Это ужасно смотрится. Не знаю, но вот лично для моих ресниц не подходит. А кто-то не может пользоваться силиконовыми. Это нормально, мы все разные, поэтому каждому свое. Так, ну и на нижнее веко я сейчас сделаю все то же самое. Нанесу сначала кремовые тени. Обязательно все нужно тушевать. Так, и вот это место, девочки, никогда не забываем. Тут постоянно у многих вижу дырки. Вот мы соединяем с тушевкой верхней. Она пыталась быть нормальной, не открывать рот, когда красит глаза. Если у вас узкие глазки, то лучше не красить нижние реснички, а прокрасить белым каялом или бежевым. И тогда у вас глазки будут более открытые и более большие. Ты хоть будешь пользоваться, скажи мне честно? Я постараюсь. Я приеду в следующий раз, все нахрен у тебя заберу. Устойчивым карандашом у меня Vivienne с собой. Коричневый, я не люблю черные, просто прокрашиваю. Тыкнула в глаз. Так, Полина немножко тыкнула тушью внизу. Мы берем сухую ватную палочку, не облизываем, не слюнявим ее. И когда тушь подсохнет, просто вот так вот легкими движениями убираем. Я так и думала. Я прокрасила уже один глаз этой тушью. Это на один прокрас. Хочу вам лайфхак, один показать. Мы берем гель для бровей и сначала им прокрашиваем реснички, и потом уже наносим тушь. У нас так получится более длинный, густой эффект. Типа как праймер для ресниц. Можно, конечно, прям праймер для ресниц купить, но... Как бы, в принципе, гелем абсолютно нормально все это прокрашивается. И вот так зигзагообразными движениями прям от корней прокрашиваем. Ты слушаешь, да, Полина? Вот это, кстати, кисточка и формула туши мне понравилась. Хорошая. А мы переходим к губам. Доставай карандаш. Что мы делаем? Ну, просто по контуру губ ты прорисовываешь. Чуть заходишь вот ближе к центру. На центр вот этот весь ты не закрашиваешь. Хорошо? Давай, вот у тебя хорошие губки, хороший контур. Прокрась. Я не буду к тебе лезть специально. У тебя, получается, идет карандаш вот здесь, а губа-то у тебя вот здесь. Чуть-чуть за контур выходи. Вот здесь вот тоже чуть-чуть вот тут добавь. Хорошо? У тебя есть сама губа, видишь? И здесь есть такая... подушечка. Ты на нее можешь заходить. Это будет нормально, естественно, смотреться. Вот, чуть-чуть за нее вот так выходишь. Теперь берешь помаду. Знаете, что мне захотелось сделать? Мне захотелось добавить вот эту сияшку. Я, наверное, так и сделаю. Кисточку. Берешь и прям вот так наносишь. То есть ты вот тут вот не прокрашиваешь, а наносишь вот так чик. И вот тут чик, а потом пальчиком вот так вот растушевываешь. То есть ты вот сюда помаду не наносишь. Хорошо, там у тебя будет карандаш. Слушай, мне не хватает как будто румян. Нет, мне не румян не хватает. Я тебе сейчас скульптор добавлю, хорошо? Вот такой от соды тебе тоже куплю. Он дешевый? Классный?
Она хотела обойтись минимальными продуктами, но не получилось. Про глазки. Ну, по-моему, класс. У меня тут один глаз тут накрашен, а вот тут нет. И так красиво. Я еще губы не накрасила. Вы поняли, да, что я просто уронила кисти? И собака такая... Что там? Где там? Закрой глаза. Вах. Мама, что скажешь? Круто. Щекла. Ешь так красится. Да. Ну, смотри. Короче, мы тут поняли, что Полине нужно еще немножко подкрасить брови. Начинаешь всегда от кончика, от хвостика, слегка вот тут по нижней границе проходишься и подтушевываешь. Делаю вот сюда вниз линию, чуть-чуть поднимаюсь и растушевываю. То есть не надо вот так рисовать. Ура, у меня появились брови. В общем, на этом все. Я надеюсь, вам было интересно и полезно. Что там надо говорить? Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, колокольчик, оформляйте. Отправляйте своим друзьям. До новых встреч. Пока. Давай закрой мне экран, чтобы мы переходили.